Сладкие бисквитные рулеты, опасные для жизни, обнаружили полицейские у пассажира легковушки, остановленные для проверки документов. Автоинспекторы к водителю претензий не имели, а вот к пассажиру возникли вопросы. Автомобиль ехал из Москвы в Новосибирск, пассажир должен был выйти в Челябинске. О том, что он вез совсем непростой груз, замаскированный под сладости, узнал только в Татарстане. Нафиса Минязова знает, что это было. Пишет протокол, осмотр места происшествия. Сейчас мы в вашем присутствии посмотрим, что здесь находится, и буквально будет лично вещать. Ладно? Полицейские, а тем более понятые, бисквит с такой начинкой видят нечасто. Автомобиль в Зеленодольском районе инспекторы остановили для рядовой проверки документов. К водителю вопросов не возникло, а вот пассажир вызвал подозрения. Мужчина заметно волновался и нервничал. Его досмотрели, обычный багаж для человека в дороге. Только вот к бисквитным рулетам за 1000 километров так никто и не притронулся. Несмотря на то, что они были не в заводской упаковке. Здесь получается вещество. Коричневого цвета. Их начинкой вызвало подозрение. Там были явно растительные вещества и какой-то порошок. Все отправили на экспертизу. Криминалистическим исследованием было установлено, что в свертках находились наркотические средства синтетического и растительного происхождения. Водитель о рулетах с наркотиками не догадывался. Ехал из Москвы в Новосибирск, но и взял попутчика до Челябинска. С 33-летним мужчиной познакомился перед выездом и не знал, что тот всего несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы. Отбывал наказание за тяжкие преступления. Пассажиры задержали. Водитель продолжил путь один. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное производство», сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере и покушение на преступление. Если его вина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Дожидаться суда он будет под стражей. Нафиса Минязова, вызов 112.